На территории города-курорта началась повторная обработка деревьев от карантинного опасного вредителя растения американской белой бабочки. В этом году наблюдается массовое развитие этого вредителя. Особенный вред насекомое наносит после появления второго поколения, более многочисленного, и от него значительно больше урона. Гусеницы этой бабочки полностью уничтожают листву на деревьях. Насекомое повреждает порядка 150 видов растений и кустарников. Излюбленные растения – это клен ясенелистный, шелковица, но в этом году, особенно вот второе поколение, конечно, удивляет, вплоть до того, что гусеницы находила даже на березе, чего практически за время моей работы никогда не было, и даже на иве, которая почти никакими вредителями не повреждается. Специалисты ЖКХ на многолетнее насаждение распыляют специальный раствор, безопасный для людей, животных и птиц. Обрабатываются все растения, находящиеся на муниципальной земле, в парках, скверах, курортах, вблизи школы, детских садов. Многие анапчане обращаются с жалобами в управление ЖКХ. Возмущаются, что работы по уничтожению гусениц не ведутся. Но обработка растений проходит в 6 утра, когда люди еще спят. Граждане видят деревья, которые имеют несколько неприглядный вид, но и звонят, что на нем масса гусениц американской белой бабочки, но гусениц как таковых нет, потому что была проведена обработка и остались только остатки мертвых гусениц. Всего в Анапе обрабатывается от вредителей американской белой бабочки 11,5 тысяч зеленых насаждений и почти 7 тысяч растений.